Вот и ты. Отнесем короля Родри туда, где у него захватит дух. Ладно, пора с этим покончить. Взгромозди этот бурдюк с салом на лошадь и едем. И смотри, чтобы он не сдох. Эйвор, а где этот жирный боров по имени Родри? Куда мы едем? Оттуда такой прекрасный вид, как раз для умирающих королей. Обойдемся без зрелищ, Ивар. Дай ему умереть. Нет, нет, нет. Он умрет красиво. Еще жив, король? Потерпи. Не то пропустишь самое главное. Король Элла, король Осберт, король Эдмунд и теперь Родри. Всех их убил я. Кто еще сравнится со мной? Просто... добей. Я не вправе вмешиваться в ваши дела. Должно быть, такова и Вальгала. Он еще дышит? С трудом. Родри, ты слушаешь? Сколько лет меня позорил этот шрам? Брит ранил меня и отпустил живым. Я отпустил бороду, прятал лицо. Но твоя слава росла, и я начал гордиться. Эту метку мне оставил король. Что ты на это скажешь, Родри, а? Говори, старый свиной бурдюк. Это здесь. Тащи его сюда. Локи, тебя подери. Ну где ты там? Затащим его туда, наверх. Смотри, чтобы он не подох. Только поскорее, Ивар. Видишь? Клинок жаждет. А теперь дракону нужна его любимая пища. Кровавый орел. Ивар, это... Рождение кровавого орла – славное зрелище. Сперва вспороть спину вдоль хребта. Истинный северянин, будто герой былых времен. Для Ивара кровавый орел ничего не значит. Он просто упивается чужим страданием. Раздвинуть края раны. Смысл стирается, а способ живет. Все забудут, почему Родри умер. Но то, как он умер, останется в веках. Ah.
туман между добром и злом со временем сгущается. Слава же вечна. В этом нет никакой славы. Жизнь не пир, это кровавая битва. Теперь достать легкие и расправить их как крылья. Здесь его видит вся Мерсия. С меня довольно. Это еще не все, Эйвор. Саги, что мы сотворили вместе, нужно окончание. Здесь и сейчас. Все кончено, Эйвор. Я ухожу отсюда. Сойдемся в поединке. Ты и я. Умрешь ты, и я величайший викинг всех времен. Умру я, и тебя ждет слава. Кровь опьянила тебя, Эйвор. Прощай. Бедный Кёльберт. Он и слова не сказал. Когда? Когда я пронзил кинжалом его сердце. Нет. Только тихо взвизгнул. Раз и все. Ты гнусный Бакраут! На что приходится идти? Выдержать столько испытаний, предать друзей, чтобы идти своим путем и навеки стать погибелью королей. Предатель! Кёльберт был... Мне как сын! Да! Да! Так сразимся, брат Волка, в смертельном поединке! Вот это жизнь, Эйвор! Парить высоко над миром! Нас ждет Валькала! Твой язык. Ты увидишь отца в Вальгале, брат Волка? Или этот трус в Хельхейме льет ледяные слезы? Простофиля! Come on.
вижу конец пути. Валькирии близко. Топор, Эйвор. Дай мне мой топор. Эйвор, дай его мне. Хельхейм ждет тебя. Эйвор. Доставьте тело Ивара в Квадфорд. Там мы с ним простимся. И отправь послание Уббе. Скажи, что его брат мертв. Эйвор, победу омрачила еще одна беда. Епископ, Уббе. Погибнуть от руки Брита. Боюсь представить, какой стыд испытывал брат перед смертью. Если бы не мир. От моей руки. Твоей? Когда мир был заключен, Ивар убил Келберта и свалил вину на Родри, чтобы напасть на него снова. Как ты об этом узнал? Он сам рассказал. Я из тех, кто предпочитает правду, Эйвор. Но мне тяжело это слышать. Он умер достойно. Он умер, защищая гнусную ложь. Не слишком достойная смерть. Ивар. Всю жизнь он заваривал кашу, а я ее расхлебывал. Но он был моим братом. Ивар мертв, и теперь мир стал возможен. И на том спасибо. Буду утешаться мыслью, что он дождется меня в Вальгале с топором в руке. Как бы там ни было,
Он жил по своим правилам. Что может быть лучше? Он часто поступал безрассудно. Мне казалось, что он ведет себя непонятно, но не всех людей можно понять. С ним нужно проститься. Я приготовлю дракар для погребального костра. Епископ, пошли весть леди Ангхарад. Скажи, что ее мужа убил предатель, и что он, Ивар, заплатил за это. Как только смогу. А что король Кёлвольф? Не представляю, как ему горько. Он убит горем. И все же не забывает о Шире. Элдерманом здесь стану я. Посему я заявляю, что Широпшир будет твоим другом и союзником до конца моих дней. Благодарю, епископ. Храни тебя Бог, Эйвор. Куда бы ни вел твой путь. Скальда. Мужа, что без кости, конь морей, несет сквозь пламя зала вечной славы. Будто ветер быстрый. К Одину в Вальгалу девы битвы мчатся, спора с королем в объятиях. Ивар мертв. Союз с Широпширом заключен. Поговорю с Рандви.
Пришло посла. А, новое письмо. Мы союзники с Широпширом, но обошлось это дорого. Юный Кёльберт мертв. Я уже знаю. Столь трагическая смерть, и ради чего? Надеюсь, ты отплатил убийцам. Правосудие свершилось. Кёльберта не забудут. Мы недолго были знакомы, но знакомство было приятным. Точно. Посмотрим на карту союзов. А что с Оксенфордширом? Сигурд что-то о нем говорил. А, да. Сигурд, кстати, уже там. Хочет с тобой встретиться как можно скорее. Он связался с мятежным Теном, Гедриком. Рассчитывает сделать того новым элдерменом в обмен на союз с нами. В центре Бакингема есть таверна. Сигурд будет ждать тебя там. Тогда отправляюсь к брату. Где этот Бакингем? На реке Грейт Уз, что течет посреди Оксенфордшира. Сигурд будет рад тебя увидеть.